Как ваше предприятие регулирует численность животных? Потому что на днях случился такой вопиющий момент, когда много-много собак по каким-то причинам были отравлены. И это наблюдалось в тех районах города, из которых поступали жалобы от жителей на то, что слишком много собак. Ваше мнение, что это совпадение? Что случилось? Это случайное совпадение или кто-то специально предпринял такие меры? Я хотел бы... по большому счету, успокоить наших граждан, что данная информация, которую вы сейчас озвучили, она не является подтвержденной по той причине, что наше предприятие занимается не только регулированием домашних бродячих животных, оно занимается как благоустройством, уборкой города. И на сегодняшний день ни одно животное, будем говорить так, останки или, как мы говорим, материал, значит, не было ни утилизировано, не было ни жалоб, не поступало об отравлении. Мы говорим об отравлении. Да, были случаи в прошлом году, когда единичные случаи, когда, я так думаю, что граждане, переборов свой страх перед законом, так как это уголовно наказуемое деяние, жестокое обращение с животным, они начинают их потравливать какими-то там мелкими партиями какого-то препарата, который нам неизвестен. Но, чтобы мы говорили о каком-то массовом отравлении, скоплении животных, такого факта не подтверждается. То есть это является для нас сигналом.